Перекресток Мичурина и Ярошевского. Пару лет назад здесь установили знак «Пешеходный переход». А вот небольшой участок от тротуара к проезжей части облагородить не удосужились. Люди вынуждены ходить по газону. Постепенно сами положили здесь кирпичи, насыпали щебенку. Но полностью проблему это не решило. Неудобство у нас и грязь, потому что мы ходим по земле. Когда проходят дожди, естественно, это грязь. Лужи там и грязь, и тут и дети идут в школу. Общественный совет микрорайона «Клинический» уже начал работу на этой территории. Именно сюда со своим вопросом обратились жители. По предварительной информации, улицу Мичурина в следующем году должны комплексно отремонтировать. Тогда все пробелы и будут восполнены. Вопрос запишите. Для чего? Для того, чтобы запросить сроки реконструкции раз. Если они вдруг по каким-то причинам на 16-й год не попадают, будем инициировать, чтобы там плиткой все это дело хотя бы выложить. Это, как говорилось в одноименном фильме, дешево, надежно и практично. Потому что асфальт – это дорого и долго. Вопросы, которые нужно решить в первую очередь, поступают как в приемную общественного совета микрорайона, звучат они и на встречах с жителями. Общественные слушания по благоустройству микрорайонов проходят в рамках проекта «На связи с губернатором». Каждый вопрос от жителей общественники берут в работу и находят пути его решения. Марина Матвеевна, Павел Пресняков, «События».